придут, там бросят и все. Так ты будешь знать, у кого что. Так. Вадим, будьте кимоно. Есть кимоно? А мой день. Так. Вот эти брат встали. То же самое. Вы должны будете потом сами покупать. Это я пока жену. Вам вода, потом история закончится. А борща нет у меня. Что вы не покажете?
Руслан, одевайте. Вон там кимоно есть, одевайте куртку. Андрей, я сказал, там где куртки не садитесь, дайте им 50 куртку. Маску надо сюда поставить, наверное. Есть у тебя мобильный, нету? Есть. Там, да? Да. А там закрыто? Да. Хорошо. А включите, да? Нет. Отдай это мобильный мобильный. Куртку. Вот посмотрите. Вот эти две куртки. А подожди. Их не трогай. Вот большая отдай, а ты отдай. Нет, у меня вчера была маленькая для меня. Сейчас. Возьми, попробуй. Иди сюда. Поехали, его быстро взяли сюда. Вашего только мобильный телефон. И перестает как этот зал. Вот это гантели мои личные, вот эти столы мои личные. Вот эти куртки мои личные. Велосипед мой. Деньги моно мое. Деньги чьи мои. Мои. Так, значит, сейчас ну, девочки стали. Руки вперед. Значит, вы когда будете начнете заниматься, то вы себе купите форму и вот эти вот, можете опустить его, держи, вот это должно быть вот здесь, рукав вот здесь кончается. Когда вы купите новое кимоно,
и постираете, оно у вас сядет и будет вот так. То есть поэтому кимоно надо покупать новое. На 5 сантиметров длиннее, чтобы когда вы постирали, оно село. И стирать 40 градусов, 30, да. 60 градусов. Угу. Смотрите, да. Значит, еще раз поставьте ручки, я посмотрю. Ты отдай вот это, вот эту куртку, отдай ей, это я знаю, что проверить. Отдай, она больше. А для тебя маленькая, ты ей дай. Потом я тебе дам, ты постараешься растянуть, или будешь новое. Нормально, более-менее нормально. Хорошо. Сейчас посмотрите внимательно. А ну-ка, вот так, да. Смотрите. Сейчас стараюсь очень длинные веса. Значит, у нас пояс. Раз, два, три, четыре. Четыре пояса. Вот. Возьми все пояса, возьми. Смотри, там синий есть, да? Синий не давай. А вот, хотя синий мы вот дадим. Вот. Значит, давайте встать. Кто, у кого пояса есть, брывы есть, ошибаться. Вот эти. Сейчас покажем ручки вперед. Нормально. Еще раз. Будете сами потом себе покупать. Иди сюда, Брэд. Сеня. Эту повесу, да? Еще раз. Да, пожалуйста. Еще раз. Да, вот вы мне напомнили. Попробуй. Еще раз. На всех кимоно будет номер. Чтобы вы помнили, оставлять кимоно будете здесь, а дел потом. Смотри сюда. Ксюшенька. Нет, Ксюша, не надо им завязывать. Возьми пояса, нужно вот раз пояс, два пояса, еще два пояса сюда. И сейчас заставим. Кстати, просто сели, аккуратно. Значит так, я буду с вами еще раз работать, я не всех помню. Значит так, укорнем. Да. Ручку поднять. Скажи, пожалуйста, ты когда заходишь, ты, наверное, что делаешь? Заходишь сюда, кланяешься и говоришь, добрый день, я буду сделать домовый антренер. Один домовый антренер. А что ты делаешь, когда видишь директора? Как директора зовут? Ты знаешь? Домная Елена. Домная Елена Фрунзе. Когда ты идешь мимо директора, что надо сделать? Ничего не надо делать. Ты идешь, остается 2-3 метра. Ты должен поклониться, как дзюдоист. Маленький поклон. Маленький, сказать, будем сделать, директор. Просто будем сделать, все, идешь. Когда ты видишь классного руководителя, что должен сделать? То же самое поздороваться. Девочки, еще раз, такой порядок. Пришли сюда, зашли, поклонились в залу и поздоровались с тренерами. Уходите, то же самое. Если вы хотите выйти, это каратисты кланяются. Вот те, кто занимается тэквондо, карате не так берут. А дзюдоисты кланяются дальше. Увидели директора, как зовут? А что за ТВ? Как директора зовут? Дома Елена Фрунзе. Уж и будем говорить, буна сделал, буна деменяться, буна ся. То есть первый, кого вы видите в лице и должны поздоровать, вот стоит хорошо, стоит один тренер, второй тренер и директор. С кем вы будете здороваться в первую очередь? С кем? Директора, самый главный. Он мой начальник, ее начальник и ваш начальник. В первую очередь с директором увидели, потом вы
Ну, я сделал голову три ноги. Не надо вот этого. Ты, смотри, ты учишься, у тебя есть учителя. Видишь учителя? Поздоровайся. Учитель тебе тогда вспомнит. А, Андрей со мной здоровается. Все не здороваются, а Андрей здоровается. Не поставлю я ей семерку, поставлю лучше восьмерку. Нет, а так как ты бегаешь мимо и не здороваешься, поэтому каждый учитель помнит. Еще раз, если я узнаю, или мне кто-то скажет, что вы не здоровались, есть? И вот там Донна Елена выступала. Она выступала с ребятами здесь, которые у меня тренировались. Она говорит, Сергей Анатольевич, она же была просто учительница, а потом стала директором. Если вы вот так завяжете, да, или вот так можно. Вот некоторые еще так завязывают, вот так. И больше. Показывают, как завязывать. Самый легкий способ, когда вы научитесь, то, что вам показывают второй способ, так как завязывают уже мастера спорта. Я показываю, как навести. Встали. Встали. Сняли пояс, взяли вот так. У кого маленький пояс, мы поменяем. Вика, чуть-чуть сюда подвинься. Вот смотри, вот как эту девочку зовут, я не знаю. Да, еще раз. Николета. Николете нужен другой пояс. Два пояса нужно. Нормально. Пока нормально. Мы попробуем. Если будет маленький, мы дадим. Вы, я думаю, можете поменяться даже. Нет, если у тебя длинный, лучше с ней поменяться. Попробуй. Посмотрите внимательно. Пояс. Середина, животатель. Да? Мальчик там. Сука, мальчик. Смотрите, запахнули. Раз, два. Середина. Пузо. И вокруг. Оп. Два. Видите, оно пришло вот сюда. Что дальше делаем? У вас нет пионерского галстука. Вы не знаете, кто такие пионеры. Мы родились не в то время. А мы были пионеры. Мы галстук все время носили фразы. Завязывались. Были октябрята, вот маленькие, до 5 до 4 галстука. Пионеры, потом там самольцы. Теперь смотрите. Ставлю раз и сверху два. Вот. Раз, два. И тот, что снизу поет. Снизу сразу за два. За два. Вот. Оп, видите, да? И потом еще раз на уровне. Оп. И все, и получилось это. Слушай, посмотри, пожалуйста, у нет. А, нет, посмотри, у девочек, а я у мальчика. Посмотрим. Стоп, иди сюда. Кругом. Посмотрите внимательно. Девочки, Петя, поехали. Петя, поехали, посмотрите. Видите? Какой, да? На соревнованиях не разрешаю. Значит, ну что сделаем? Снимай пояс, вот тебе другой посмотрим. Раз, два, да? Вот. Теперь берешь тут что снизу, сразу задал. Оп. Оп. Все, подожди. Кто залежал пояс, может сесть. Скажите еще раз. Вот молодец, умница, но он будет развязывать. Раз. И еще. Хорошо. Так, ей другой надо. Нет, ей другой. Нет? Ну давай тогда посмотрим. Да, нет. Девочки, как стать полиморменом?
Да, я смотрю. Не болите, пожалуйста. Старайся внешне не да?
Не ни до тебе, то до груши. Я тебе подержу так. А сам я упаковал. Так, сняли пояса. Сняли пояса. Да, за 10 секунд. Так вы сейчас куртку снимите и еще брюки снимете. Сережа, с ним борешься. Сережа, 50 бросков подхват.
Он все делал. Поэтому я прошу, прошу вас, или сюда становишься, и больше со мной не стоит. Все, начали, пошли, разминаемся. Хорошо, хорошо, пошли. Что делаем? Скакалка. Раз. Два. Да, делайте, и я еще раз напомню. Обязательно начинаем кисти. Вы будете проводить, Дона Голосов скажет, пожалуйста, ваше упражнение. Мы сразу скажете. Разминаем кисти, разминаем локти, разминаем плечи, вращение. Смотрите еще раз. Раз, два, три, четыре. И на пой. Уну, дой, три, падай. Вперед. Уну, дой, три, падай. Четыре вперед, четыре назад. То есть по четыре сюда. Повороты. Раз. Наклоны. Вращение туловища. Наклоны. Вперед. Мельница. Разминаем колени. Это все упражнение по 15-20 раз. У вас чуть-чуть сюда поднимите, пожалуйста. Вот так. И делать красиво, особенно девочки. Не, стоечки, пока стоечки, пока стоечки. Еще 2 минуты стоечки. Так. Так, сегодня я купил. Высокий паркер, перекат вправо-влево. Смотрим. Оп.
Пошли, дети, слушай, дети, дря. Вперед!
Вова, молодец. Хорошо. Зиня, мальчики, положили скакалки, ушли. Пуня. Я за ухо. Пуня, кварда. Петя, чист плечевой. И кто сделал уходит? Лицом ко мне, лицом ко мне. Еще раз объясняю, снимаю. Ну, если будет там спиной, просто не видно, кто же это сделал так хорошо? Кто же это сделал? Отжимаем. Через плечо чего? Отжимаем. Кто с телом уходит? Каталку оставляем, каталку оставляем. Хорошо. Боец. Прошу. Боец, до узел чего? Боец, сюда. Готовы? Отжимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что тут делать? Девять, десять. Так, пацаны, сейчас нет, вы мне даете скакалку. Все скакалки нет, нет, не так. Вот смотрите, чтобы середина была, середина. Чтобы я все скакалки вот так вот повесил. И садитесь сюда. Смотрите, там еще скакалки есть. Все, я вот сейчас такое. Так, стоп, разрешите, пожалуйста. Значит так, сейчас. Сейчас, мои дорогие. Вика, Гуля, иди сюда. Еще раз, дай боец, то же самое. Самое главное, это кувырок, люди. Это страховка. Значит, стоите, делайте шаг. Да. Делайте шаг. Руки ставите в такое же расстояние, голову убирайте, кувырок и страховка. Не страховка, а группировка, захватывает колени и встает. Делаем три шага, два шага вперед, обходим и становимся в колонну туда. Вика, покажи еще. Посмотрите, шаг, оп, два шага, раз, два, и уходишь туда. Понятно? Да? Так. Сейчас я. Да. Правильно. Я думаю, два мы поставим. Знаешь, что? Вот эти безумцы. И вот все, я еще. Вот эти, нет, эти не надо, вот эти. Вот эти вот эти просто переставить. Сейчас я вот это уберу. Так. Значит, еще раз, становимся здесь, делаем, я стоит, я говорю, первый номер, не разбегается, подошел, делает раз, два, кувырок и заходит. Нет, все делаем в кимоно, а я в кимоно, мне тоже жарко. Так, раз, два, три, четыре, пять.
пить. Кто? Гриша, Григорий. Да. Есть. Андрей, сюда. Мы пойдем сюда. За нее. Так, дальше. Руслана. Два шага. Три шага и на бой. Девочки, три шага. Руслана сюда. Вика сюда первая. Раз, два, сюда. Вы посадите. Так. Сколько здесь человек? Три. Четыре. Я сказал, ты впереди, Руслана. Назад. Все ушли назад. Все ушли назад. Ты переходишь туда. Еще раз, когда одеваем, закрываем рот. Так, закрываем рот. Так, три, четыре, два. Кто-то из девочек перейдет сюда или тут останется? Что они опять спрашивают? Кузя. Итак, первые номера. Вика, раз, два, первый номер, первый номер, первый номер. Приготовились, делаем кувырок. Внимание. Оп! Кувырок. Ушли и встали назад. То, вторые номера. Готовы? Да. Хаджина. То. Ушли. Третьи номера. Хаджина. Группировочка. Группировочка в колени. Следующее. Стоп. Одну секундочку. Ставь сюда. Вот он молодец. Значит, посмотрите внимательно. Как сейчас работает? Артем делает кувырок. Дан. А Дан не делает. Пока Артем не ушел сюда, он не делает. Когда Артем ушел, делает он. То есть у вас по очереди. Готовы? Хаджина. Шестина. Кушать. Во-первых,
Обязательно обед горячий должен быть. Это должно быть. Вы, когда сделаете пробу, вы будете ходить кушать. Вам может пища не нравится. Пища была хорошая. То есть если вы скушали вам плохо по звене, это плохо, так вы нельзя кушать. То есть она испорченная может быть. Ну, все может. Все может быть. Раз в году стреляет ружье, которое висит на стенке. Значит, еще раз. Обязательно горячее должно быть. Обязательно. Здесь, если вы горячее, то если вы будете кушать кока-колу, там, пирожки жрать, вы испортите желудок. Вы не сможете тренироваться. У спортсмена должно быть здоровые зубы, не должны болеть. Больные зубы, плохо кушают. Плохо кушают и нет сил тренироваться. Я когда в армии был, я кушал все, что можно. Чернягу, хлеб, все для того, чтобы силы были бегать кровь, чтобы что-то делать. Пусть она снимет кимоно, посидит пару минут. Еще раз, обязательно надо будет кушать. Нельзя кушать жирное. Виктор, Даша. А нет, Руслан. Так, переведешь. Эй, жирное нельзя кушать. Масло, сметану, перед тренировкой. Да, мясо нельзя кушать на шаг. Первое. Супчик. Хлебушек. Да. Но нельзя много жидкости, нельзя много воды. Да, ну спать много. Все будет другая века, ветки, да, на тренировке. Никакой воды. Посмотрите на себя. Посмотрите. Вот на него, Артем. Посмотрите, у него такие щечки. Вода выходит. Воду туда, он уже тренироваться не будет. У меня время покушать. А, время покушать? Да. Хорошо. Хорошо. А где твой этот холодильничек? Я очень сильно. Ксюша, можно хотим? Не поднимай, пожалуйста. Да он здесь урок. Еще раз, нельзя кушать перед тренировкой. Но перекусить надо. За час можно сделать обед. А как ведь? Бутерброда можно? Можно. Вот очень хорошо чужие проходят. Вот, например, Вика принесла бутерброд, а ты съел. Классно. Это прекрасно. Стоп. Вы поняли, да? Будьте внимательны. А то вы когда наклонитесь вперед, вам плохо станет. Вам сметанок нет. Сметана, вы хотите, это, конечно, плохо. Воды напился, желудок. Все, руки отекают, пот течет. Все, приготовились, кувырок делаем. Приготовили. Сейчас на сетку будем делать. Встали. Девочки, Двое пасы на поле. Девочки, и на поле. Поехали. Приготовились. Первую руку подняли. Отжимаем. Пошли кувырок. И ушли. Второй номер на руку подняли. Отсюда. Вот. Видите? Сделали кувырок. Нужно что сделать отсюда? Оп. И встать, когда оценка выше. Третий. Отсюда. Умница. Ты падал? Вот ты представь, что ты на асфальте. У тебя нога здесь. Ножки вот так. Ушел. Приготовились. Отсюда. Умница, но колени должны быть, вот голова должна проходить между коленей. Если колени здесь, ты лбом ударяешься в колени. Молодец. Готовы? Пожар. Следующее. Пожалуйста, самостоятельно пошли. Делаем по три раза. Делаем, отжимаем самостоятельно. Так, еще одна минута, не очень хорошо.
для страховки ты хорошо сделала. Умница. 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 Так, стоп, Матея. Матея, встали на свои места. Вы отсюда. Вы остаетесь. Вы. Николай, перейдите сюда, пожалуйста. Знаете, где это? Немножко жарко, жарко. Иди потихонечку, чуть-чуть. Не закрывайте рот. Хорошо, что вы. А мы подойдем, посмотрим. Прошу вас, представьте сюда. Вы остаетесь. На оценку делаем кувырок. На оценку. Там. Друг за другом. Одну секундочку. Сейчас я поставлю. О, вот так. Эту я выключу.